агентство «Ритуал». Ну, прямо как открыли занавеску, и все вдруг увидели правду, которая была спрятана до сих пор, что там, оказывается, граждан отбирали, по 5, по 2 тысячи собирают с каждого. Об этом мы говорили вслух еще летом. Сами за свой счет напечатали листовки, раздавали гражданам, потому что городская вас реагировала. Тот же самый вопрос. На сессиях поднимали вопрос. Иван Сергеевич, обратите внимание, депутаты, смотрите, что делается. Реакции ноль. К чему я это все говорю? Ситуация в корне, она не поменялась. Независимо, кто туда зашел сейчас депутатом, кто не зашел, кто-то выпал оттуда. Система в корне не поменялась. Есть проблема, и вот с первых сессий, правильно вы говорите, что мы сразу же увидим, а будут ли обсуждаться серьезные проблемы города, а будут ли они конкретно решаться. Мне все равно, оппозиционный блок или там БУКРО, неважно. Важно сейчас, для нас будет важно, как люди покажут, как они работают, как они решают, как способны ли они решать. Они, я не знаю, там, какие у них противоречия, но ради решения проблем они зашли депутаты. Это граждане Украины, которые зашли туда, в принципе, для того, чтобы решать проблемы. Смогут они это сделать? Или они будут решать проблемы какой-то горстки людей, жителей Павлограда, я имею в виду. Будем смотреть. И наша задача настаивать на том, чтобы они решали. А если они не умеют, ну и в том числе информировать людей о том, что как работает Павлоградский совет, хотя комиссия создана, все прекрасно помним, она не для контроля Павлоградского совета, работа исполкома. Ну, чем мы, в принципе, и занимались, и на чем настаивали, чтобы исполком работал. Ну, с чем столкнулись, с чем столкнулись. В принципе, я считаю, тем количеством людей, кто действительно хотел работать и работал в комиссии, результаты есть. Если бы нас было больше, то эти результаты были бы еще больше. Но, к сожалению, не все готовы к общественной работе. Ну, у кого-то, там, может, материальное положение, кто-то на работе и так далее, и так далее. То есть мы не обсуждаем вопрос, а нужно ли заниматься общественной работой. Ну, вот, в частности, что мы делаем. Другое дело, какой статус этому будет. Захотят ли вновь избранные депутаты продолжить, допустим, чтобы эта комиссия продолжала работать. Или скажут, что она не нужна, мы сейчас мы заходим, мы хорошие, мы все сами сделаем. Вот их ответ может быть такой. Для меня, в принципе, я сам себе могу дать ответ, что мне эта работа нужна, потому что если бы она не была нужна, то я бы увидел, что люди работают в исполкоме, в горсовете, то, естественно, необходимость такого отпадает. Хотя в цивилизованных обществах, будем так говорить, куда мы пытаемся вроде заглянуть, никто не уклоняется от того. Хотите работать, пожалуйста, занимайтесь общественной работой. У них общественных организаций там в сотни раз больше, чем у нас.